Приветствую вас, друзья. Ровно год тому назад, чуть-чуть не дотягивая до года, я был на этом месте. Я не думал, что когда-нибудь придется вернуться. Но Бог хорош. Да, я снова могу наслаждаться гостеприимством вашей церкви. И я снова могу наслаждаться гостеприимством Сергея и вашей церкви. Когда Сергей uh, делал свое такое введение, When was doing his он сказал, he said, что хорошо прожить жизнь так, чтобы не унывать перед смертью. So that you're not death. И я благодарен за эту фразу, and I'm just so for this phrase, потому что как раз то, о чем я хотел сегодня говорить с вами, это уныние. Exactly и я думаю, что важно унывать не только, не унывать не только перед смертью, I think it's not only to not just death, но и в течение всей нашей христианской жизни. Когда вы унывали последний раз? Я могу вам сказать точно, когда я унывал. Да, да, в пятницу. Когда мой самолет вылетел утром из Сиэтла, и мы morning, уже приближались к, к we где это полчаса было до посадки, и нам объявили, "Сори, но мы вас не можем посадить. Us, В Анкоридже большой землетрясение. И стюардесса говорит, не такое маленькое, не такое большое, one, она так руками показала. Я не совсем понял, но... И нас посадили в Джуно, и никто не знает, что будет дальше. Мы полетим в Анкоридж. нас вернут в Сиэтл, мы останемся навеки в Джуно, но... Я немножко начал унывать, честно вам you know, скажу. Все планы рушатся. Жена на Украине читает новости. А новости говорят, что может быть цунами. да в И я так как бы уже немножко думаю, неужели здесь придется заканчивать свои дни. я просто думаю, действительно свои дни здесь? Но Господь позволил мне в тот же день попасть в Анкориди. Еще вечером мы могли встретиться с церковью, говорить о, о Господе. The Lord allowed me to finish our journey in an Anchorage that same day, and we even had a meeting that afternoon. Да, и два вечера. Слава Господу за это. Praise God for this. И два вечера мы говорили с теми, кто был заинтересован, and о for, вопросах апологетики. For two nights we talked about those uh, with those who were interested about apologetics. Я думаю, вы помните место, которое мы так часто упоминали. Слово Господне говорит нам, что мы должны быть готовыми дать отчет о нашем унынии. Правильно? Об унынии, да? Но о нашем упования о нашем уповании. Our hope. Uh, второе послание апостола Павла к Коринфской церкви. Of, Четвертая uh, глава. Chapter 4. 16, 17 и 18 стихи. Второе, Апостол Павел говорит. Апостол Посему мы не унываем. Therefore, we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Look what, what Paul says there is an outer man and there is an inner man. The outer man is decaying, the inner is being renewed. Ибо кратковременное наше страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. страдание наше какое? Наше страдание кратковременное, а слава? Легкое и но слава вечная. Слава вечная. When we look at what is not seen, but at what is not seen, there is that which is seen and that which is not seen. And Paul says that what's seen is temporary, but what's not seen is eternal. И вот ключевая мысль, которую говорит нам здесь апостол Павел, thought, Paul us, что несмотря на все свои трудности, that despite all of the он не унывает. Это слово унывать оно буквально означает не терять сердце. This word um, not being not discouraged is literally to not lose heart. И в разных переводах оно переводится по-разному. Иногда оно переводится как не терять мужество. Sometimes it is translated as not losing manliness. Не впадать в отчаяние. Or not falling into despair. Не ослабевать. Not being weak. Не падать духом. Not falling in the spirit. Не унывать. Not being discouraged. When we look at the life of Apostle Paul, this, this proclamation needs to or should surprise us, amaze us. Apostle Paul didn't have a simple life. Я думаю, каждый из нас, если мы искренне служим Господу, мы знаем, что такое трудность. Мы знаем, что такое непонимание. Мы знаем, что такое сомнение. Мы знаем, что такое Мы знаем то состояние, когда нам кажется, что то, что мы делаем, никому не нужно. Это трудности. Это трудность. Но, друзья мои, никого из нас еще ни разу не забивали камнями до полусмерти. Никому из нас не нужно было спасаться из города в корзине через окно в стене. None of us had to escape a city through in a basket out of a window over the wall. Никого из нас не били палками 39 раз подряд трижды. None of us were beaten 39 times with rods three times. Никто из нас не тянул корабле или Я однажды летел из Канады в Украину, в Польшу, и в самолете сломалась система обогрева. И мы снизились очень-очень низко, и делали аварийную посадку в Исландии в реке Авик. And we made an, uh, и, наверное, час или полтора мы летели низко-низко над айсбергами. И я подумал, что если сейчас самолет упадет, то спасательный пакет, я уже нашел его, он мне не сильно поможет. Потому что в ледяной воде я смогу выжить максимум 8 минут, я уже это знал. Это не очень приятный опыт.

потому что мы отягчены были чрезмерно because и we сверхсилы beyond так что не надеялись остаться в живых жизнь апостола павла была под угрозой under It was in danger. He said, "I even despaired of staying alive." And after all of these situations, he says, "But I am not discouraged. I do not lose courage. I am not falling in my spirit." I think this is a good experience for us. Sometimes our problems are just so insignificant.

Меня не поставили проповедовать. Me И мы чувствуем себя обиженными. So, uh, И уже нам не хочется служить Господу. Мы anymore. готовы все оставить. Знаете, мы как Давид говорим тогда. И я сказал, это Псалом 54:7. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы успокоился бы я, и остался в пустыне. Иногда вот у нас такие чувства бывают. Хочется улететь от всех проблем, остаться в пустыне, чтобы нас никто не трогал. I would uh, behold. I would wander far away. I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge from the stormy wind and tempest. And it's like we just want to get these wings and just fly away so that nobody can touch us. We're just away from everybody. No, apostle Pavel говорит нам, я не теряю. But Apostle Paul says, I do not lose heart. I don't fall into discouragement. Why do we fall into discouragement? The word of the Lord tells us why. Because our outer man is decaying. What's our outer man? This is our body, this is our mind, this is our fleshly part. И апостол Павел говорит, что она тлеет. And Apostle Paul says that it's decaying. B буквально она постепенно разрушается. You know, uh, slowly, moment by moment, it's being destroyed. Я знаю, что в молодом возрасте это не сильно ощущается. Obviously, when you're young, you don't feel this. Но когда вы перейдете рубеж 45, 40, 50, 45, 50, да, вы начнете ощущать, что наше тело разрушается. Почему это происходит? Потому что все мы носим на себе следы грехопадения. Мы сохраняем вот эту природу, поврежденную грехом. Nature, uh, flesh nature that's corrupted with sin. Да, мы спасены. yes, we're saved. Мы оправданы. We're Uh, we're justified. Мы крещены Святым Духом, Spirit, но мы еще не свободны от силы смерти, действующей в нас. Апостол Павел говорит, и как враг последний уничтожится смерть. The, the final enemy death will be destroyed. It's not quite destroyed yet. It's still gathering its harvest. Death is still active, even in our lives. Scripture tells us because all of us need to die. Может быть, это плохая новость сегодня. Но если не придет Господь, рано или поздно, в старости или в результате несчастного случая, нам придется пережить этот опыт. Писание говорит нам, что мы имеем сокровище. Но это сокровище хранится в чем? В глиняных сосудах. in clay jars Посмотрите на своё тело прекрасное Господне произведение it's the work of the Lord Но это глиняный сосуд And this is just earthenware It однажды разрушится And it's going to be destroyed И когда мы осознаём это we understand this мы можем начать унывать из-за этого обстоятельства We can, might we might be despairing because of this Но даже если вас пока ещё не достаёт греховная природа But even if this sin the sin nature part of you isn't Есть другой источник нашего уныния. Это греховные люди. Сколько страданий в мире и уныния из-за греховных поступков людей. This, how much discouragement and despair comes into this world because of sinful people and their actions? How many unfortunate circumstances happen because of drunk drivers? How many people have perished because someone had this brilliant idea that blowing themselves up would be serving God? И даже если не, идти так далеко, мы встречаем каждый день в общении следы греховности людей. Мы можем встретить обиду. we can run into offense. Мы можем встретить недоверие. We can run into mistrust. И иногда из-за этого мы начинаем унывать. And sometimes maybe because of this we start to despair. Apostle нам, and Apostle Paul tells us uh, 2 Corinthians 4, verse 8 and 9. We are oppressed on all sides. We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Друг мой, если сегодня в твоей жизни отчаянные обстоятельства Friend, life, связанные с греховной природой, может быть это связано с греховными людьми, но то послание, которое сегодня тебе хочет передать Господь, to to очень простое. Не отчаивайся. Не отчаивайся.

Первая причина. Бог каждый день дает нам свежую силу, свежую благодать и свежее помазание. Апостол Павел говорит, что наш внутренний человек обновляется день в день, каждый день. Апостол Павел говорит, что наш внутренний человек обновляется день в день, каждый день.

Что бы ни происходило сегодня в твоей жизни, с чем бы это ни было связано, у Бога достаточно благодати, чтобы поставить тебя победителем, чтобы показать тебе выход, чтобы исцелить тебя, или твое тело, или твое сердце, или твой дух, и помочь тебе все преодолеть, и со всем справиться. Deal with everything. Apostle Paul knew this. Он, он сказал в своем слове, что, в своем послании, что когда он просил у Бога забрать определенную ситуацию из его жизни, in his life, Господь ответил ему, ⁇ «Довольно для тебя благодати моей ⁇ И это то, что Господь хочет сказать сегодня каждому из нас в этом зале. У меня достаточно благодати. Благодати для тебя. Какой большой не была бы твоя проблема, моей благодати достаточно, чтобы справиться с ней. Whatever your problem, however big it might be, I have enough grace to deal with it. И для того, чтобы мы могли противостоять унынию, нам нужно каждый день укрепляться в Господней благодати. Every day we need to be strengthened in His grace. Мы должны открывать наше сердце перед благодатью господь как мы это делаем когда мы читаем слово господне When we read the word of the Lord. когда мы пребываем в общении святых When we are in fellowship of the saints. когда мы стоим перед господом в молитве When we stand before the Lord in prayer. тогда господь пополняет эти источники благодати в наших сердцах the Lord, he fills and fulfills these

И там есть немножко бензина, когда and вы ее купили. Вы немножко поездили, поездили. Bit, и вдруг автомобиль остановился. И вы говорите, я этого не ожидал. Оказывается, он не out, будет ездить просто так. Нужно его или заряжать, или наливать бензин. Плохой автомобиль, но он по-другому не ездит. И так работает наша духовная жизнь. Мы жнем то, что мы сеем мы побеждаем тогда, когда наше сердце открыто перед благодатью Господней. Так же, как мы заботимся о нашем внешнем человеке, мы должны заботиться о нашем внутреннем человеке man, каждый день, day, чтобы он каждый день обновлялся. So Вторая причина, почему апостол Павел не теряет мужество. Courage, он понимает, he никакие трудности, no hardship, никакие проблемы no problems, не являются вечными. That are он говорит, кратковременное, легкое страдание наше. Да, когда мы внутри шторма,

Every single minute seems like eternity. Больнице, when you're in, uh, in, a, in a hospital диагноза, and you don't know what the diagnosis is, every minute seems like eternity. Потом, проходит, but then when the situation passes, Ты понимаешь? You understand. Это было только кратковременное и легкое наше страдание. В сравнении с вечностью. Eternity, дорогие мои братья и сестры, sisters, в сравнении с вечностью eternity, все наши страдания здесь. Во-первых, кратковременные, all, а во-вторых, легкие. Мы должны помнить об этом. Страдания, которые мы переживаем сегодня, today, говорит апостол Павел, Paul tells us, они ничего не стоят. В сравнении с той славой, которая откроется нам в вечности. And the, the third reason why Apostle Paul didn't lose courage. He understood that everything that happens in life, everything that happens in the life of a person of faith, has its place and reason. И является частью великого божественного плана. И апостол Павел говорит, что это наше страдание, оно что-то делает. Оно что-то производит. It Оно производит в безмерном преизбытке вечную славу, говорит It brings forth in abundance eternal glory. If we trust in God, if we know Him as our Father, as our Lord, then we understand that nothing in our life is just pointless or has no reason. Ничто в нашей жизни не является совпадением обстоятельств. Мы в руках Господних. Он искупил нас для великой цели. И Он работает над нами, чтобы эта цель стала действительностью. В чем состоит цель Бога в нашей жизни?

и призванным по его изволению все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына его, He says this, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. God has a goal for your life to make you like Jesus. Для него это самое важное, что он делает в твоей жизни. И все обстоятельства твоей жизни. Of circumstances of your life. Они подчинены этой высшей Божьей цели. <coughs> Когда я иногда провожу бракосочетание, даю наставление you know, молодой будущей семье. Sometimes when I lead a, a wedding or um, I uh, i lead a wedding ceremony and yeah. I, bl I speak blessing and yeah. words over the and teaching over the, the young couple yeah. sometimes i ask them or often i ask them why do you think that god connected you you know these two young, these two young people are standing there with big big eyes Плохо вообще понимают, что происходит вокруг. Они говорят, ну как, Бог соединил нас для счастья. Чтобы мы любили друг друга. And we would love each other. Я говорю, да, но это не главное. Бог соединил вас в семью, чтобы вы помогли друг другу стать подобными на его сына. Чтобы вы помогли друг другу стать подобными на его сына. Поэтому Бог соединяет таких разных людей people, с разными характерами, с разными взглядами иногда на жизнь, life, для того, чтобы участь принимать друг друга, so that when you accept one another, участь любить друг друга, love another, прощая друг друга, another, служа друг другу. Another, мы становились подобными на Сына Его. You become like his son. И этой цели подчинено все. Ничто в нашей жизни не является бессмысленным. Если в твою жизнь пришла болезнь, это не бессмысленно. Life, Если ты потерял близкого человека, это не бессмысленно. Если ты

Would be like Jesus. и если для этого this, ему нужно провести нас через страдания через потери through some loss, через боль pain, через страх fear, он перед этим не остановится he won't stop this, потому что у него есть для нас цель я я бы хотел чтобы сегодня этот это слово которое нам оставил апостол павел I want This word that Apostle Paul left for us today, it'll encourage us. человек yeah, разрушается. our outer man is decaying. Maybe it's not noticeable yet. Day by day. Через трудности. Through hardship. Через природу. Through the sin nature. Через греховных людей. Through sinful people. Но если мы открыты перед Господом, Lord, если Его благодать действует в нашей жизни, lives, наш внутренний человек каждый день обновляется, day day. Бог ведет нас домой. И мы должны помнить, что в этом мире life, мы только путешественники. Он ведет нас домой. И Его благодати достаточно, enough, чтобы провести нас сквозь все трудности, hardship, дать нам силу победить все вызовы

Быть христианином значит быть мужественным человеком. Being a Christian means being a courageous person. И если нам не хватает сегодня этого мужества, если мы вошли, как говорит Буньян, в это болото уныния, как Буньян говорит, если мы вошли в этот болото уныния, рука сегодня может нас поднять. Мы будем сейчас с вами молиться. я бы хотел, чтобы в этой молитве, если мы сегодня в этом состоянии отчаяния и уныния, мы попросили у Господа прощения. Он не желает, чтобы мы были в состоянии уныния. Уныние — это грех. Уныние — это грех.

как Стефан, которого побивали камнями. Что он увидел? Он увидел Иисуса, который стоит и ожидает на него рядом с троном. Иисус все еще на троне. Он царствует. Он имеет силу и благодать победить все плохое в твоей жизни, привести тебя в свое царство, встретить тебя у врат этого царства, и посадить рядом на престоле это наше будущее давайте прославим господа давайте прославим его он достоин славы он достоин славы